Ну, господин Плюшкин, объясните нам, пожалуйста, что такое Hot Wheels? Hot Wheels – это такая игра. По-новому она начинается с того, что ее машинка начинает по-новому и очень здорово по-новому ездить. Как мы это понимаем? Для этого, чтобы в старте у нас получилось настоящий Hot Wheels, мы берем вот так вот эту вот синюю машинку. Хорошо. Дальше, после старта у нас идет африканская пальма. От нашего нового динозавра и присоединенный к ней Hot Wheels городок. В этом городке у нас живут, у нас будут жить жители из этого Hot Wheels. Как мы понимаем, здесь будут жить зрители, которые смотрят как раз вот эту вот весную гонку с динозаврами. О городке мы уже рассказали все. А после этого у нас, после городка, идет с ним соединенное второе пусковое устройство. Это африканская пальма. Для этого машина едет, вталкивается в пальму, уезжает, это прыгает, та уезжает, толкает пальму, та прыгает, уезжает, бункается в пальму, бункается в пасть, она закрывается, пытается поймать машину, она уезжает, динозавр тихонечко наклоняется, потом прыгает, вот так вот, он роняет свою добычу, машинку, свою, и все машины бахаются и падают от него, а другая машина уезжает. Это будет очень смешно, когда динозавр будет его лапами схватить, зубами. Дальше, после рассказывания, как уезжают машины, у нас идет самый душный подарок от Деда Мороза с Нового года. Это дом с привидениями. Ну вот, машина вставляется сюда, но ей будет не так-то просто убежать от рыцаря, потому что рядом на синей дороге, она называется Путина, появляется еще одно черное привидение. Это паук. Он может залить машину, но ему не так-то это просто залить. Потому что машина-то едет с горы и может завернуть прямо на паука. Итак, машина взъезжает, и рыцарь как ее по ней. Бум! А это звуки от привидений, которые могут издавать по радио. Это третий пусковой устройство, она начинается по-новому. Машина вот так вот едет, прыгает, букается в огонь, сбивает пламя, а потом раз и спускает другую машину. А сейчас мы вам покажем, как машина будет улетать отсюда. И вот машина поехала. И остановилась, как будто бы она уже по дорожку ударилась. Башня. Это такая высокая гора, в которой машина может ударяться. И в этой горе необходимо помочь машинам избегать. С башней необходимо помочь всем машинам избежать динозавров. Динозавры могут удариться о пальму. Но если мы пойдем, если динозавр у нас будет стоять здесь, когда машина подъезжает и столкается динозавра,
например, вот этого, ему становится больно. Ему становится больно, он пугается и уроняет свою добычу. И в это время машины могут съехать и вот так вот потихонечку удариться. Машины падают и уезжают, а это может съехать сюда. Сейчас у нас будет машина-паук, и сейчас она будет запускаться не сама, а ее будет запускать та же самая пальма. Сейчас мы вам покажем, как она ее запустит. Итак, поехали. Сейчас мы вам покажем, как машина будет полетать от этого динозавра. Смотрите. Сейчас мы вам покажем, как машина будет из поездки выезжать. Ну, подавай команду к старту. Давай. Давай. На старт, маленький машин. Это новый динозавр. Потом сейчас мы вам покажем, как он будет прыгать. Так вот, наклоняется, наклоняется, потом прыгает. Эта машина сваливается. Или вот так вот у него оставляется вот так вот. Это уезжает. Это сваливается. А вот это роняет. Вот. Сейчас мы вам покажем, как мы запустим машинки и как это будет здорово и прекрасно и очень-очень-очень удивительно. Давайте? Давай. Ну что, понравилось?